Всем доброго времени суток. Сегодня у нас пирог творожный с ягодами. Приготовим песочное тесто. Для этого нам потребуется 200 грамм муки, 100 грамм сахара, разрыхлитель, яйцо, сливочное масло 100 грамм и соль. Для начинки возьмем творог 500 грамм, сахар 100 грамм, 2 столовые ложки сметаны, яйцо и ванилин. И для украшения ягоды на ваш вкус. Для начала хорошо перемешиваем муку и разрыхлитель. Разрыхлитель берем 1 полную чайную ложку. Добавляем сюда 100 грамм сливочного масла и хорошо растираем. В образовавшиеся крошки добавим немного сахара и щепотку соли. Одно яйцо и немного муки для замешивания. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, заматываем его в пищевую пленку, либо кладем целлофановый мешочек и убираем в холодильник. Подождем, пока тесто немного затвердеет. За это время приготовим творожную начинку. В полкило творога добавляем 100 грамм сахара и одно яйцо. Сюда же высыпаем пачку ванилина и доводим это все до однородной массы блендером. Добавляем 2-3 столовые ложки сметаны. И буквально полминутки снова промиксуем это блендером. Пирог будем запекать в формочке для бисквита. Дно и бортики предварительно намазали маслом и постелили бумагу для выпечки. Затем разравниваем тесто по всей форме. И сделаем небольшие бортики. Поверх теста выкладываем творожную массу. Распределяем по всей окружности. Затем выкладываем ягоды. У меня ежевика, малина и клубника. Ежевику я выложила до запекания. Выпекаем при 180 градусах. Пирог готов, осталось украсить его клубникой и малиной. Когда пирог остынет, можно снять его с формочки. Вот такой воздушный легкий пирог у нас получился.